Virtu Constellation F. Замена внешнего дисплея. Откручиваем 6 винтов из верхней панели. Пинцетом снимаем рамку дисплея. Отверткой сдвигаем вверх и снимаем кожаную накладку. Затем отщелкиваем внешний дисплей и снимаем его. Новый дисплей прикладываем к корпусу и защелкиваем его. Вставляем и защелкиваем кожаную накладку. Прикладываем накладку дисплея и закручиваем винты. Все, внешний дисплей заменен.